Я хочу вам прочитать небольшой текст из 1 Коринфянам, послания верующим в Коринфе апостола Павла. Вы его хорошо знаете, 9 глава, 16 стиха. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что я проповедую я Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». О чем речь? Чувствуете? Вот риторически, если вы хотите подчеркнуть главную мысль вашего обращения, прагматическую, надо просто одно слово повторить несколько раз. Какое слово здесь чаще других встречается? Не обратили внимания? Благовествование. Совершенно верно. Это лейтмотив вот этого обращения в этом контексте. Речь апостола Павла о благовествовании. В рамках этих рассуждений о благовествовании мы читаем здесь следующие слова. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем себя поработил». «Я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Ну, разумеется, не заработать, имеется в виду, приобрести душ в Царство Божие. Причем микрокомментарий такой оставлю. Павел не говорит, что вот прям мы должны костьми лечь. Он говорит, мы чувствуем себя свободными, но добровольно порабощаем ради этой благой божественной цели – приобретение душ Царства Божьего. И вот дальше особый акцент вашего внимания. «Дабы больше приобрести для иудеев, я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд закона перед Богом. Но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти. По крайней мере, некоторых сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Речь о Евангелии, речь о спасении и речь о благовествовании. Я еще приведу вам на память одну не очень популярную притчу. Она одна из самых коротких, но редко о ней проповедуют. Я вам ее напомню, такой будет мой пересказ, парафраз. «Подобно Царство Небесное женщине, которая взяла закваску и положила ее в три меры муки, и все вскисло». Все, друзья, притча закончилась. И это божественные слова Господа нашего. Прокомментирую. Причем здесь Царство Божие и закваска в трех мерах муки? Некоторые друзья уже знают мою интерпретацию, вы не выдавайте все секреты. Чтобы понять, мне кажется, чтобы понять эти слова Иисуса Христа, этого послания, надо сделать гиперболу, надо преувеличить некоторые вещи. Что такое закваска, да? Ну, дрожжевая закваска, все понятно. Вот мы гипотетическую рисуем ситуацию, преувеличивая ее. Берем огромную, железнодорожную, длинную такую цистерну, все представляют, да? Но только не с нефтью, а с пресным пельменным тестом. Договорились? Такой, конечно, в жизни не бывает, но предположим. Цистерна пресного теста. И берем маленькую такую, маленькую, с накаток, заквасочку дрожжевую, и бросаем туда. И там начинается битва между квасным и пресным. Вопрос, кто победит? Тесто запреснит эту маленькую заквасочку, или эта маленькая заквасочка, в конце концов, рано или поздно сквасит любое количество предоставлено для этого теста. С одним важным «но». Правильно, вы согласны здесь? Я не думаю, что я тут Америку открыл. Правда же? С одним маленьким «но». С каким «но»? Если вы эту цистерну на мороз выкатили, не пойдет процесс. Или в этой цистерне вот это тесто, но оно сухое, воды там нет, забыли в муку воды намешать. Тоже толку не будет. Правда же? Ты можешь сухую муку бросить, закваску, результата не будет. Другими словами, при определенных обстоятельствах любое количество пресного теста будет
завоевана закваской. Другими словами, прям как вывод, в одной маленькой бактерии дрожжевой закваски достаточно силы, чтобы сквасить любое количество теста, если условия того позволяют. Правда же? Вот мы с братом договорились, что он будет мне это помогать. Да, спасибо. Да, потом рассчитаемся, попозже. Значит, это та же самая мысль, что в словах Иисуса Христа, точнее в притче про горчичное зерно. Зерно маленькое, но если почва позволяет, если солнце светит, дождь иногда хотя бы эпизодически льет, ничто там, никакой червь не подтачивает, будьте способны в этом маленьком зерне достаточно силы, чтобы выросло огромное дерево, такое, что и птицы небесные там найдут, где пожить. Вспомнили? Та же самая мысль. Я хочу вас просто подвести к очень важному нам для наших рассуждений сегодня выводу. В определенных обстоятельствах не надо никакой кучи слов, никаких мудрствований, если сердце человека готово, скажи несколько простых слов: тебе нужен Господь, или Бог любит тебя, и все, он уже плачет, бери его как горячий пирожок. Если сердце не готово, делай что хочешь, все академии закончи, все ученые степени по богословию защити, получи, результата не будет. Обратите внимание, что в процессе сеяния, чего бы то ни было, у меня брат уехал энное количество лет назад в Штаты жить, младшая сестра тоже в отдалении, я у родителей главный пахарь, папа полгода назад умер, то я вообще сейчас главный трактор для мамы, понимаете? И поэтому я это хорошо процесс знаю. Нравится, не нравится мне, но мне приходится этим заниматься. И я знаю, что вскопать огород несколько, так мягко говоря, сложнее процесс, нежели картофель уже вынуть оттуда. Это тоже трудозатратно, но не так. Вот пахать это сложно. И обратите внимание, что подготовка почвы для сеяния трудоемкий, важный процесс. Но я еще к этой мысли вернусь после следующего блока наших рассуждений. Пока здесь мы сделаем паузу. Понятно, что я сказал? Успех нашего благовестия зависит от готовности почвы. И не надо много. У этой женщины не получилось. Утром встала, смотрит: батюшки, в двух мерах-то победила закваска, а в одной проиграла. Все скисло. Слышите? Лишь бы были подходящие условия. На этом должен быть акцент. И в притче о сеятеле, если обратили внимание, проблемы с зерном не было. Не было там еще и было, там случилось, что одно зерно было бракованное. Все зерна нормальные, все сработало, вся проблема всегда с почвой. Возвращаемся к нашим рассуждениям. Я здесь пока паузу делаю, мы к этой мысли еще вернемся. Мне кажется, она одна такая будет центральная в нашем сегодняшнем научительном послании. Вот здесь Павел говорит о нескольких категориях почвы. Иудеи, подзаконные, беззаконные и немощные. Я еще маленькую иллюстрацию про немощных. Можете отдельно на домашних группах подумать, кто сегодня, кого можно сегодня назвать немощными. Однако, вот мне представляется, что мы с легкостью можем к немощным отнести алко- и наркозависимых людей. Почему? У них воля немощна. Они не могут противостоять зависимости. И, в общем-то, мы понимаем, о чем идет речь. Примерно 20 с небольшим лет назад, когда, конечно, проблема в стране была просто ужасающая, с этим христиане научились достигать таких людей для Царства Божьего. Научились. Что мы стали с вами делать? Что Сергей Матевосян сделал там в Питере? Для больных, там, страдающих в подвалах Дебенко, он открыл первый реабилитационный центр. Правильно? И если обратите внимание, что сегодня фактически вся работа по достижению этой категории людей происходит через реабилитационную работу. Хотя я бы, знаете, что сказал вам? Я бы сказал: а зачем такие заморочки? Зачем такие деньги, затраты, дома, люди? Зачем? Зачем вы так заморачиваетесь, люди? Просто идите и проповедуйте им. Зачем вот эти усилия, напряжение, деньги? Иди просто и проповедуй. Я, конечно, как бы с сарказмом говорю, вы понимаете, я, конечно, не считаю так.
Но мы поняли, не преодолев определенных барьеров, вероятность того, что Царство Божие, весть о Царстве Божьем, благовестие достигнет его сердца, крайне низка. Да, таким может случиться, что кто-то уверует, но это будет больше прекрасное исключение из общего правила. Нам нужно сначала человеку послужить, вернуть, социализировать его, вернуть в общество его, мозги ему ставить на место, и потом благая весть сможет достичь его сердца. Я сильно, как бы это, сурово говорю, вы так притихли. Нет, такое бывает иногда со мной. Я что, как разойдусь, там, как напугаю всех. Нормально пока? Никого не напугал, да? Спасибо. Страшнее только, когда я уже так вошел в азарт, что мне уже никто не нужен. Вы можете тихонечко уходить, я буду продолжать. Такое тоже иногда с богословами случается. Но это трагичнее на самом деле. Возвращаемся к нашим рассуждениям. Мы поняли, чтобы достичь немощных, нужны усилия по преодолению барьеров. Ради преодоления этих барьеров, Павел говорит, я готов быть тем. Я свободен. Я могу не делать этого, но я понимаю, это он добровольно себя порабощает, то есть отказываться от определенных своих каких-то прерогатив, чтобы достиг. Они спасули некоторых. Вот так среди этих категорий есть и иудеи. И вот я такой центральный блок, скажем, хочу посвятить нескольким рассуждениям про иудеев. Ну, маленькая оговорка. Конечно, иудеи сегодня, точнее, вот еврейский народ, мы можем сегодня и должны разделить на две категории. Это светские евреи и религиозные, как раз те, которые иудеи. Конечно, когда Павел писал, он подразумевал именно религиозных. Представляем вот с этими странными штуками, пейсами, в следующий раз расскажу, зачем они нужны и откуда появились. Да? Вот. А именно такие были. Но хотя бы вообще, давайте пока не будем делить, вообще поговорим о еврейском мире, еврейской культуре, еврейской ментальности, еврейском народе. Какие существуют барьеры? Потому что у нас-то, что мы обычно слышим? Зачем вы так заморачиваетесь? Идите просто и проповедуйте им. Не нужны никакие усилия. Просто говори, а то, что не достигает семя, значит, они просто твердолобы. Вот примерно то, с чем приходится сталкиваться. Ну, по аналогии с революционными центрами, делайте вывод соответствующий. Конечно, такие барьеры существуют, и их несколько. Я лично посидел, подумал, и выделяю таких барьеров 5. Кратко о них расскажу, а потом подумаем, что нам с этим делать. Хорошо? Первый такой барьер. Все названия условные, я их сам выдумал, сочинил. Культурно-ментальный барьер. Но вы, друзья мои, я вот за жизнью вашей общины наблюдаю давно. И участником был. Пытался даже пробиться здесь попеть поначалу. Вот. Не все получилось у меня, честно говоря, да. Вот. Но все равно я сдружился с многими из вас, вот просто, а некоторые вообще выросли тут в моих глазах. Помню вашу общину с 92 года. И знаю, в вашей жизни был такой период сложненький, он был у всех, когда странные люди, довольно радикально настроенные, странными плакатами, что-то манифестировали перед входами в наше богослужение. Причем вам досталось больше всех. Вот львиная доля, она вам, дорогие. Мы наблюдали, только охали. У нас тоже было, но у нас заканчивалось побитыми стеклами. Пришлось жалюзи покупать там в молитвенный дом. Мы сейчас уже смотрим, как мелочи. Вам, конечно, тут вообще веселуха, одним словом. К чему я это веду разговор? Потому что мы, граждане России, обладающие такими же правами, выросшие здесь же, в СССР, вдруг стали для них иностранцами. О, опять свою секту пошел, да? Бабушка у подъезда. Ну, только они иногда секта путали секции, да? Опять свою секцию пошел. Ну, это не важно. Почему? Потому что мы для них вдруг резко стали американцами. Нет, у меня было просто... Ой, Господи, сохрани меня. Я вот обещал себе кратко всегда проповедовать. Ну, прям не могу победить вот это вот. Я же артист разговорного жанра. Богослово — это беда. Дай поговорить. Ну, маленький эпизод, вот анекдотичный. Мы уверовали, нам было по 16 лет. Мы были одноклассники. Я, мой одноклассник Алексей Кобелев. Вот, в прошлый раз, по-моему, у вас был. Мы уверовали вместе. Еще один наш друг, он тоже пастором в Шагионе.
И вот мы школьниками, 16-летними, настолько полюбили Господа, как оголделые, оббежали с гедеоновскими новыми заветами, которые мы вручную подписали коряво. Я-то еще посимпатичнее писал. Алексей Валентинович, что вообще страшненько, вот, не говорите ему. Но это не мешало нашему делу. Мы сочинили текст, как нам казалось тогда подросткам, это был шикарный просто текст обращения. Мы от руки подписывали сотни. По всем больницам пробежали. Во всех отделениях проповедовали, молились. Парализованная одна вскочила, баба Маша, до сих пор помню, еще навещали ее там в туберкулезной больнице. Были чудеса. И в одной, значит, с одним заведующим отделением, не помню, женщиной, разговариваем, договариваемся на то, что мы спели, попроповедовали, поделились. И она такая слушала нас, такая, и потом говорит: мальчики, а вы что, немцы? Вы не знаете, пока обстоятельства дела. Дело в том, что наш первый пастор Василий Иванович, он с Западной Украины, и у них такой западный акцент. И мы, как подростки, его быстро переняли. И с этим акцентом говорили, и мы вдруг резко стали для них, вы что, немцы? Хотя мы выросли все в одном городе. Ладно, я это от лирики к делу. Короче говоря, существует у нас культурный барьер. Люди, приходя к нам, особенно вот на заре вот евангельского движения в постсоветском периоде, заходя к нам в собрание, видели человека, который под изгиб гитары желтой, на комсомольской гитаре, под четыре аккорда славил Господа, и у них такой вопрос немой. Это у вас что? В лице прочитали. Это у вас что? Это у нас богослужение. Что? Это у нас богослужение. Это у вас все, богослужение. Вот это очень традиционный вопрос. Причем вопрос этот задавали люди, не воцерковленные, которые, может быть, в церкви-то и были один раз за свою жизнь, а может, и не были никогда, но были убеждены, что они великие знатоки и религиоведы. Как все должно происходить в богослужении? Чинно, благородно и акапельно. Гитара, барабаны, это уже от лукавого в их понимании. Но было бы смешно, если бы не было так курьезно, потому что многие такие не смогли этот небольшой культурный барьер перешагнуть. И я таких знаю. Соблазнились. Почему? Ментально, точнее культурно, наша литургия иная. И это нужно признать. И у них такой конфликт стереотипов, взглядов на то, как должно происходить богослужение. Понятно, что я сейчас вот пытаюсь надосимся, да? Так вот, у нас, у русских людей, этот культурный барьер маленький. Кто еще кокошники одевает? Признавайтесь. Русские народные песни три, вспомните. И я нет. Что в нас русского? Вот я тоже бываю в Израиле, мало, честно говоря, друзья, мало бываю. Но бываю, и все равно чувствуешь, приезжаешь в Израиль, это Восток. Ты чувствуешь, мы такие бесшабашные такие. Но все-таки мы Европа, понимаете, такие халявные какие-то, это уже еврейское слово, кстати, да? Вот такие какие-то непонятные, но мы все равно какие-то западные люди. Там чувствуется Восток все равно, вот уже слияние культур таких, заявлений. Ну и у нас вот такая ментальность. У меня племянницы уехали 6 лет назад жить в Соединенные Штаты Америки, и они со мной уже разговаривают: «Привет, дядя Толик!» Чуть-чуть еще пройдет, ничего русского в них не останется. Мы ассимилируемся просто на раз. Одно поколение. Вот такое у нас культурные особенности ментальные. А у еврейского народа они, не имея своей земли, 19 столетий сохранили свою идентичность национальную. Понятно? Поэтому они сохранили, берегли свои национальные особенности, как зеницу ока. И именно традиция, это другая проповедь, но именно традиция предохраняет нас от ассимиляции. Запомните, даже не догматы. Традиция одеваться, говорить, жить. И у них гораздо выше. Они войдут к нам, конечно, у нас нет икон, но им хватит Стауруса, крест. Потому что для нас, мы утеряли это историческое значение, но представьте себе, если вы однажды пришли на собрание, и у нас здесь такая подсвеченная виселица. А лучше электрический стул, гильотина, как ощущение. Ментальное. Приятно? А именно такой исторический смысл у Стауруса. Это орудие пытки и казни. Просто мы не распинаем, мы утеряли историческое значение. И поэтому мы-то как бы сжились. Я не против, поэтому когда Павел говорит, проповедь креста или о кресте – это безумие, это как проповедь о виселице. Мы утеряли историческое значение. Но они все равно это почувствуют.
Ну, ладно, я что-то сильно застрял, хотел быстренько пробежаться. Давайте попробуем быстро прям. Второе такое препятствие. Что делать с этим? Отдельный маленький разговор будет. Второе препятствие, которое нужно отметить, и мы сегодня как раз об этом говорили, историческое. Что это означает? Это означает, что, в общем-то, мы плохо знаем историю. Я не историк, но поскольку как бы знакомлюсь с этой темой, но если мы суммарно как-то, консолидированно попытаемся оценить зло, которое было совершено в отношении еврейского народа в последние 19 столетий, то львиная доля, просто большая часть, значительно большая часть этого зла они пережили со стороны церкви. Арабы просто дети. Вот то, что происходит сейчас, конфликты какие-то с интифадами, дети. Сюда можно все записать. И крестовые походы, и инквизицию с Томасом де Торквемадой, и маранами, испанскими евреями, которые в основном и страдали от инквизиции. В следующий раз я скажу, почему так происходило. Короче говоря, вот такая у нас история. Не белая, не пушистая. Не популярно об этом говорить. Я тоже не люблю. К этой теме надо прийти. И прийти не спеша. Мы это плохо знаем. Мы, кажется, мы как бы косливки общества. Мы самые лучшие люди. На самом деле, я тоже так считаю. Однако история у нас трудная, история взаимоотношений. И если бы, один маленькая фраза, я закончу над этим. Если бы вашего родственника во имя святой веры Христовой пожарили на вертеле, а вас попросили покушать за то, что он отказался от христианина, то вероятность того, что вы сидели бы сейчас здесь, на церковной скамье, она резко бы понизилась. Не хочу больше об этой грустной теме, но вы поняли, что такое историческое наследие. Ну, ладно, микроиллюстрацию. Но тоже часто приходится слышать, и, в общем-то, правильно люди говорят. Часто слышат, я-то здесь при чем? Я-то хороший, я ничего плохого не делал им. Совершенно правильный, но не полный ответ. Вот возьмите ситуацию взаимоотношения между двумя молодыми людьми современными, молодым турком и молодым армянином. Что-то они не сообщаются. Турок его пальцем не трогал последние 100 лет. Он классный. Он может сказать, а что с вами не общаешься? Я-то хороший. Он говорит, ты-то хороший. Деды ваши в 1915 году в течение 2 недель 2 миллиона вырезали. Сис и Масис у нас забрали. Большой и малый Арарат. 70 там или сколько процентов территории вырезан народ. И эти два хороших парня, друг другу ничего не имея, несут груз исторического наследия. И если один захочет достичь, а мы о достижении говорим, о благовестии, да хочет достичь, то он должен понизить определенные исторические барьеры. Понятно, как это работает? На другом примере. Вот все время все хуже на пару порядков между христианским миром и еврейским. У меня здесь нет конспекта на самом деле. Не знаю, зачем я смотрю Библию в этот момент. Еще есть один препятствие. Я называю религиозное. Религиозное препятствие. Условное название. Что такое религиозное? Ну, давайте вот такой маленький эксперимент. На лестничной площадке рядом с вами несколько замечательных соседей. Нет, не подумайте, там не тот, кто на трубе играет. Нет, там все по-другому. Там, с одной стороны, Вася слесарь, который любит пиво попить, за жизнь пофилософствовать, космологию какую-нибудь изобрести с зелеными человечками. А с другой стороны, у вас, ну, как там, скажем, мулла исламский Рашид. Ну, я имя выдумал просто. Вообще, лучше не говори даже. Причем еще до асбеста не доеду, вот мы уже боимся, понимаете? Вот не все они плохие, конечно же. Нужно радикальное крыло от умеренного, конечно, отделять однозначно. Ну вот, Рашид мулла, скажите, кому вам проще проповедовать? Васе слесарю с зелеными человечками и вот или мулле исламскому Рашиду? Кому проще? Васе слесарю, да? Мне тоже. Думали, почему? Поясню. Кстати, все голосуют за Васю Слесаря. Почему? Потому что внутри Васи Слесаря у него никакой религиозной конкуренции. Конкуренции религиозных идей нет. У него бред в голове, понимаете? Зелеными человечками. У него непаханное поле. Его, в общем-то, маломальскими парочку умными словами на лопатки положить ничего не стоит. И честно вам скажу, мы все вчерашние Васи Слесари. Кто сюда пришел из другого религиозного течения? Кто с ислама? Кто со священников каких-нибудь других течений? Мы Васи Слесари. Поздравляю вас. Я тоже.
несмотря на образовательный какой-то уровень. По ментальности. Так вот, это очень хорошо иллюстрирует такой советский анекдот. Значит, сколько надо действий, чтобы положить слоника в холодильник? 3. Открыть холодильник, 1, положить слоника, 2, закрыть холодильник, 3. Сколько действий надо положить, чтобы действий нужно, чтобы положить бегемотика? У молодежи спросим, старшее поколение знает. Сколько надо действий, чтобы положить бегемотика? Вот тоже уже знают правильные ответы. 4. Открыть холодильник, 1, достать слоника, 2, положить бегемотика. Оказывается, бегемотика положить в холодильник сложнее. Почему? Там уже слоник есть. Вот в религиозном смысле то же самое. Прежде чем кого-то, сторонник религиозного течения, убедить в чем-то, надо сначала вынуть оттуда существующий, а это тяжело. Понятно же, что я подразумеваю под религиозным препятствием. Так вот, еще с Кораном надо пойти разобраться. Я боюсь что-то еще лишнего ляпнуть здесь. И так уже, мне кажется, чаша уже наполнилась наполовину. Квоту выбрать-то легко можно, безопасности. Короче говоря, давайте мы оставим тему ислама, давайте мы решим на другой вопрос ответим. Тору евреям кто дал? Не стесняйтесь. Сам Всевышний Господь Бог. И когда Он ее дал им, основа иудаизма, Он сказал, и думать не моги, чтобы от нее отречься, ты, дети твои и дети детей твоих должны неукоснительно помнить, соблюдать и другим своим потомкам передавать. Правильно? И в нашем мышлении стать христианином, если мы говорим о достижении иудеев, стать христианином – это стань иудеем версия 2. Понимаете? Такой апдейт. А в их понимании, я вот их глазами, на проблему надо их глазами смотреть, не нашими умными, правильно же? Совесть их надо разуметь. А в их понимании, ты знаешь, вот когда тебе ему прилагается христианином, он как бы говорит, ты понимаешь, ты от Моисея отрекись, на веру предков твоих немножечко, но наплюй, и потом ты можешь стать христианином. Вынь оттуда все, что тебе до этого вкладывали твои деды, которые вкладывали это, говоря, не вздумай отречься. Не вздумай, а для них, я сейчас буду об этом говорить, для них христианство это не просто версия 2, христианство это отдельное религиозное течение вообще мировое. В их мышлении, не нашем. Дальше, понятно, что под религиозным я подразумеваю? Ну, еще 2 осталось, и потом поговорим, что делать. Есть еще, я называю, мессиологическое и христологическое. На самом деле это одно и то же слово. Просто мессия, это от арамейского какого? Мешиха. Это аналог древнееврейского «машиах», что на греческом означает, на греческом будет это уже «Христос», спасибо, Олег Валерьевич, молодец. «Христос» по-русски это перевести будет «помазанник», но вот это от арамейского «машиха» пришло слово «мессия». И вот такое, я говорю, мессиологическое, ну, я чуть позже скажу, и христологическое то же самое, только на греческом христологии. Но почему я выделяю отдельно? Потому что чувствую, заморочил вас. Короче говоря, христология – это есть отдельная дисциплина в богословии, занимающаяся вопросами личности Мессии и природы Его. Даже на природе больше акцент. То есть, христология посвящена тому, чтобы ответить на вопрос не только, кто есть Мессия, не столько, кто есть Мессия, сколько, что есть Мессия. Вы понимаете разницу, если я скажу? Разница есть между вопросами, кто есть человек и что есть человек. Кто есть человек, это вопросы внутреннего мира, характера, ментальности и так далее. А что есть человек, это эритроциты, лейкоциты, сапрофаги и бла-бла-бла. Понятно? Евреи, так вот, это сложный момент. Если бы я мог бы камеру остановить, я бы остановил, потому что вопрос несколько пикантен. Я объясню вам. Иудеи считают, и я отчасти с ними должен согласиться, что текст Библии ясно не разъясняет нам вопросы, что есть Бог. Даже вот говорить, у меня такое ощущение, мы по грани с богохульством ходим. Что есть Бог? Ну это в миллион раз абсурднее, нежели тузику позвать. Иди сюда, я тебе объясню. Вот у меня есть эритроциты бегут, понимаешь? Тут лейкоциты, там сапрофаги воюют. Понял? Дистанция между нашей природой и Божьей
неизмеримо велика. Как нам объяснить? У нас понятийного понятия, понятийных даже аппарата нету. Ой, я вот разошелся, видите, вот как библистика, так все, меня это сносит. Я к чему хочу сказать? Конечно, христианство пыталось все равно как-то себе ответить вопрос хотя бы, что есть Мессия. И эти споры происходили, начались они примерно со 2 века вплоть до 4. В 4-м, наконец-таки, не богословским путем, а политическим, потому что это было указание императора Константина, он сказал, хватит, ой, чуть не сломал пепидор, хватит, мне нужна церковь единая, не раздвоенная там на тех и других, даже названия хочу называть. И говорит, вот этого из ссылки, а этого в ссылку наоборот. Ну, короче, Афанасия вызвал, Ария отправил. И это его указ. 90 дней спорили, не могли прийти епископы, съехались на этот собор. Почему? Сложный вопрос. И обычно у нас есть определенные свои тринитарные формулы. Мы тринитарии с вами. Мы верим в триединого Бога, то есть одна сущность, в которой три личности. Мы это исповедуем, представить не можем. Потому что у нас не срабатывают какие-то ассоциации с жизнью. Если в человеке в одной его сущности две личности появилось, мы как минимум бежим от этого человека, быстро-быстро к телефону. 03 надо набирать, понимаете? Две сущности, в две личности. И у нас немножко чуть, я откровенно вам говорю, как библеист, нас чуть подклинивают, нам очень сложно это осмыслить. Мы какие-то пытаем ассоциативные ряды, какие-то солнца, все это, даже с позиции, одно словом скажу богословское, с позиции апофатики, есть катафатика и апофатика, кто любит, вот молодежь, поковыряйтесь. Господи, апофатики, даже богохульно так вопросы формулировать, понимаете, Бог он как солнце. Одним словом, есть одна фраза на латыни, credo quio absurdum, ее приписывают Тертуллиану, говорят, что он не говорил этого, неважно. Credo quio absurdum, верую, ибо абсурдно, или верую, ибо непонятно. Другими словами, когда мы не можем что-то понять, мы просто верим, и это правильно, и я так поступаю, но мы себе, нам, Васям, слесарям вчерашним, объяснить это не можем, себе. Как мы можем это объяснить традиционным ортодоксальным монотеистам? Если себе сложно формулируем. У нас у писянических пасторов был большой семинар, с утра до ночи сидели, рассуждали над вопросами христологии. У меня не сформулировалось ощущение, что мы все разложили по косточкам. Я ушел с тем же самым еще усиленным ощущением, что все так сложно, что давайте здесь лучше многоточие оставим, нежели четкие формулы, чтобы, Боже упаси, не приписать Господи какую-то природу, которая нам непостижима. Многоточие. Мне оно ближе, богословских позиций. Возвращаемся. Так вот, мы сложно для себя формулируем идеи христологические, как мы можем их сформулировать иудеям-монотеистам? Такое препятствие существует. Все, и так слишком много наговорил. Ну и последнее, мессиологическое слово «мессия». Не «миссия», а «мессия». Мессиологическое, что я в этот момент вкладываю? Дело в том, что если вы откроете текст Ветхого Завета, то фактически, что мы в Ветхом Завете с вами прочтем о Мессии? Мессия – это прямой генетический потомок Давида. Нужно две родословных, потому что, несмотря на то, что Иосиф, приемный отец, был потомком Давида, и он мог передать ему право стать сыном Давида, передавалось только по отцовской линии, по мужской. Женщина не могла. То есть, если у него мать царица, он не мог царем стать. Только отец должен был царь быть, понимаете? То есть только по Иосифу. Но однако он гены ему не передал, а написано, что он будет прямым генетическим потомком, ему эти гены передала Мария, для этого вторая родословная. Если кто интересовался этим вопросом. Он должен был прямым быть генетическим потомком Давида, должен сесть на трон Давида, архангел Гавриил, Мария говорит, у тебя будет младенец, которому я дам не трон на небе, не вселенское какое-то устройство. Он говорит, он дам ему престол отца его Давида, и он будет править на 12 коленами Иакова. Вполне все укладывается в рамках ветхозаветных пророчеств. Прямой правитель, царь в Израиле, потомок Давида, который придет, жестоко накажет язычников. Иаиля 3 главу читаем за преследование евреев, разделение земли. Что он еще сделает? Сделает Иерусалим светом для всех народов. Восстановит свое прямое правление на земле.
принесет Царство Божие сюда. И когда Иисус, Деяния апостолов, мы тут разбирали с вами про Пятидесятницу, по-моему, я говорил, да, секреты Пятидесятницы там выдавал. Учеников все это связывалось, конечно, с Царством Израильским. В общем, что я хочу сказать. Согласно ветхозаветных пророчеств, почти без исключения, мы читаем о Мессии, который приходит и устанавливает царство, и только в Исаии мы чуть-чуть, единичный такой случай появляется, яркий, но единичный, где говорит, что он пострадает. И, конечно, в их мышлении, в мышлении иудеев, Мессия, тот, кто приходит и покажет всем, где у нас зимуют ракообразные. А Мессия пришел и ушел на крест. Ученики в шоке. Они ему инаугурацию сделали, он не пошел на трон. Они ему, ну давай хотя бы, ну вспоминайте, это Матфея 24 глава. Ну все, они его думали, сейчас он сядет на трон. Они кабинет министров между собой поделят, кто там поближе к чему. Они же не на облаке пытались там устроить правление, сесть-то. Конечно, такого мышления не существовало в Израиле вообще до эпохи гностиков. И они в шоке, они все сделали, Осана, на, пожалуйста, тебе, пальмовый листик, пожалуйста, а он говорит, ухожу, не увидите меня, пока не воскликните, Барухабаба Шемеданай. Они в шоке, говорят, давай, смотри, какой храм, то есть другими словами, давай храм заберем, потому что было две ветви власти, религиозная и светская, политическая. Политическая сказала, давай хотя бы религиозную заберем, будем здесь первосвященниками, наведем порядок. Он говорит, да это вообще камня на камень не останется. Они в прострации, все, он сидит на Елеонской горе, они к нему подходят. Иисус, извини, первые, по-моему, стихи 25. Извини, пожалуйста, а вот какие, мы извиняемся, признаки твоего пришествия? Мы-то как это себе представляем? Что они думали, ну, наверное, сейчас Иисус умрет, потом воскресит, потом он опять уйдет на небо, потом он будет приходить, дай-ка спросим, какие признаки. Вообще такое мышление. Они не ожидали, что кто-то куда-то должен уходить. Ну, понадобилось время, чтобы вообще это осмыслить в христианстве. И они подходят, говорят, а какие, как бы я прагматику какую, а какие еще признаки твоего воцарения это? Если пальмовые ветви это не то, инаугурационный псалом Осана это не то, так что еще надо? Они в шоке. Когда Иисус говорит, вообще я должен умереть. Он говорит, ой, да не будет с тобой этого. Отойди от меня, сатан, да, Петру. Сатана в нашем понимании. У нас сатана же женского рода, она моя. Да, в евреи все правильно. Но на самом деле есть у нас такие слова, которые склоняются по женскому типу, но мужского рода. Мужчина, она моя, да, дедушка, она моя. Хотя правильно бы сказать, дедушка и мужчин. Ну ладно, это уже мы с лингвистики. Вот будем библистикой заниматься, там и поговорим. Мессиологическое. И когда мы приходим и говорим, что Иисус и есть ваш Машиах, он говорит, подождите, а где царство Машиаха? Он установил его? Вот Исаия говорит, вот псалмы все говорят, вот другие пророки говорят, царство-то он принес? Нет, он не принес. И мы все гармонизируем одним, и это правильный ответ. Но он уже из Нового Завета. Одним важным словом, пока не установил. Это правильное слово еще кумраниты увидели, которые соединили между собой христианство, как бы мое мышление, иудаизм. Ну, сложный разговор про кумранитов. Короче говоря, понятно, что такое мессиологическое. Мы не можем им сказать, что он мессия, потому что необходимых условий, предписанных пророками Ветхого Завета, он не исполнил. Главное из которых – мессианское царство, царство Мессии, престол Давида, свобода Иерусалиму. Вопрос, что делать? Вот Павел, апостол Павел, от какой проповеди уверовал? От проповеди Стефана, правда же? Он послушал, а ведь правильно Стефан говорит. Так произошло же все, да? Павел был экспертом, в общем-то, в некотором смысле, в вопросах церкви. Почему? Потому что он его преследовал, это как контрразведка. Самая лучшая разведка – это контрразведка, которая знает другую разведку от и до, чтобы эффективно бороться. Его ничто не убеждало. Не предсмертная проповедь Стефана. Что апостола Павла убедило? Я за вас отвечу, потому что время-то уже цигель-цигель. Сверхъестественное открытие и явление самого Христа ему. Сверхъестественное. Причем
самым, что у меня есть, прямым образом. Во-первых, Господь повоздействовал на все его органы чувств. Он вас гремел, вас сиял. Он, Павел, уже в шоке, но это мало. Он спрашивает, кто ты, Господи? Он говорит, а ты сам догадайся. Вот иди и подумай. Да? Он говорит, я Иисус. Иисусов много. Очень конкретно, чтобы не подумал там что. Я тот самый Иисус, вот которого ты гонишь. Вот тот самый. Трудно идти против рожна. Ну и там еще одна небольшая, очень важная беда случилась с Павлом. Зачем-то вот Господь так устраивает. Он взял и это, помните, да? Зачем-то взял его, ослепил. Ну, Господь, ты как-то можешь, вот как бы, чтобы и пастор, и на Мерседесе я всегда, вот как бы, понимаете? Почему обязательно надо на Жигулях сначала ездить? Но здесь сложнее вся ситуация. Зачем Господь ослепил апостола Павла? Зачем? Это вот как бы, как чтобы жизнь малиной не казалась, не знаю, чтобы он кровью искупил, страданиями свою вину и ответственность. Нет, все это неправильные ответы. Дело в том, что взрослый человек – это как рессора загнутая. Ее, чтобы в другую сторону или выпрямить, или загнуть в другую сторону, есть две модели поведения. Первое – либо нагрузить и долго-долго, лет 50 ее потихонечку нагружать, и она потихонечку, молекулярная структура перестроится, и она перезагнется. Но Господь не хотел 50, 100, 300 лет. Он хотел сейчас. Поэтому можно рессору Алексея загнуть и другим способом. Каким? Что с ней надо сделать? Надо ее пойти в кузню, засунуть в горн, раскалить так хорошенько, пропарить, и она загнется. Мы, люди взрослые, меняемся только в шоке. Поверьте мне, если бы Господь не веркал в состояние шока, через какое-то время, я вам точно говорю, он почесал бы затылки и сказал бы, да, напечет же голову, а? Привидится ж такое. Видать, перенервничал. Много думаю об этом. Так что мы смеемся? Мы над собой же, по классикам, над кем-то над собой смеемся. С нами так и происходит. Господь, что мне сказал? Нам это делать не хочется. Ну, поначалу мы горим, придется. А потом, да, наверное, почудилось. Потому что не хочу. Друзья говорят, ты что, с ума сошел? Все, кто записался. Все окружение Павла было иудейским. Они бы быстренько ему вправили мозги, если бы он резко и окончательно не понял, что это не причудилось и не шутки. Вот зачем это нужно было. Ну, мы, конечно, за него не переживаем. Что за Павла переживать? Да 3 дня, мы же знаем, а он-то же Деяния апостолов не читал. Для него-то конец света в самом, что он есть, в прямом смысле, не только переносном. Вот картина маслом приплыли, и он ментально перестроился, поэтому он уже никакие старые рельсы не перегобулся там. Поменялся. Ну, короче, я много лирики сегодня, к сожалению, простите. Короче говоря, чтобы поменять мышление Павла, было сверхъестественное откровение, при том, что у Павла из всех 5 современных существующих барьеров был только один. Кто знает, какой? Давайте вместе рассуждать. Экономим время. Первое. Культурный барьер был у Павла с иудеями? Нет, они же, он иудеи. Фарисей от фарисеев, сын фарисея, у ног Гамалиила, воспитывался. Все. На одном языке говорил. Он не немец был, да? Как мы там? Никаких акцентов. А было ли историческое препятствие? Чуть облагочусь, да? Вертеп прекрасный у вас. Было ли историческое препятствие между Павлом и иудейским миром? То есть, вот как бы, чтобы достигать их, когда мы уже говорим, не достигнули их там. Не было. Потому что христиане еще ничего горького не совершили. Это не отягчало возможность благовестия апостолу Павла. Стефан его не гнал за веру Христову, не преследовал его родственников. Было ли религиозное препятствие? Ну, тут посложнее вопрос, я отвечу вас. Не было. Почему? Потому что вот это религиозное мышление христианства выделилось как отдельная независимая религия, лишь столетия спустя стало мыслиться. Ну, скажем так, к концу первого века, началу второго, окончательно произошло выделение в отдельную религию, стало мыслиться как отдельное религиозное течение. В первом веке, особенно в первых 2/3, конечно, мыслилось христианство, это как иудаизм, конечно, просто наконец-таки мы увидели нашего Мессию, и зовут его Иешуа Машиах. Но они оставались иудеями, в храме собирались, как у нас в послании Евреям написано, не оставляйте ваших собраний в оригинале, не оставляйте ваших эписюногоге, конечно, я подозреваю, что он говорит, не оставляйте ваших синагог, только
помните, что никаких жертв больше йом-кипурных, все в Иисусе совершилось уже. Не грешите. Было ли у них христологическое препятствие апостола Павла между апостолом Павлом и Стефаном? Нет, христологические догматы сформулированы 300 лет спустя. Не отягчало это. Осталось одно препятствие. Какое? Мессиологическое. Мессия ушел, но так и не исполнил пророчеств, которые Бог свято обещал Израилю. Восстановлю вас, независимую династию Давида восстановлю, пошлю вам потомка, который сядет на престол Давида. И этого одного было достаточно, чтобы так его приход к Мессии осложнить, что нужно было сверхъестественное явление Иисуса Христа ему. Чему я веду разговор? Что нам-то на самом деле в 5 раз сложнее достичь их. 20 лет, ну, чуть-чуть не хватает 20 лет, я посвятил тому, чтобы служить еврейскому народу. Что делать? Вопрос, что делать? Ну, быстро-быстро, вот буквально 3 минуты и все, и выводы, я закончу. Что делать? Можем ли мы вот сегодня культурный барьер с вами понизить? Можем, но нам надо всем переодеться. Братья, я сильно извиняюсь. Вы понимаете, на что я намекаю? Ну, как бы, да, вот ничего не поделаешь. Потому что нас изобличат быстро, только до первой братской встречи где-нибудь на природе с баней. Но даже если мы все выполним условия, оделим талит, кипы, начнем петь только еврейские песни, Олег Валерьевич, вот только-только, знаете, что произойдет? Может быть, мы и достигнем на несколько благословенных евреев больше, но мы точно перестанем достигать русских. Ну, по-русски это условно, собирательный образ. Точно! Почему? Они в наши американские секции и так не хотят идти. Американские обрезанные, они и подавно не пойдут, друзья, поверьте мне. Мы этот барьер между теми понизим, а между этими такой сделаем, что и мышь не проскользнет сюда, в наше царство, понимаете? Через медицинский кабинет заходить в Царство Божие. Поэтому это их отпадение, это и есть богатство нам. Мы сидим, все разненькие, безбородые. Я не знаю там насчет обрезания, не будем рассуждать. И при этом преспокойненько верим, что наш президент, это президент Израиля, Иисус, ну, большой буквы. Это то же самое, как себе американец сказал с синим паспортом, мой президент Путин. И мы ему сказали, слушай, ты нам не лепи Горбатого, да? Вот когда ты будешь из широких штанин доставать дубликатом бесценного груза, серпастый, молоткастый, тогда твой президент Путин. Другими словами, чтобы твой президент стал Путин, исполни условия, гражданство прими, паспорт поменяй. Мы никаких условий не исполнили и пресвято верим, что наш президент, это Мессия Израиля, никаких условий не исполнили. Это и называется благодать. Правда вам говорю. Мне иногда говорят, потому что может, у тебя тоже есть, может, еврейские корни, я русский, но я и не ищу, а вдруг найду? Понимаете, это же несколько в моем понимании обременит, и я же это язык Библии, Деяния апостолов, 15 глава, 1 собор. Анатолий захотел верить в Иисуса, он русский, что будем делать? Пусть они, что написано у нас в Библии? Пусть примет Гиюр, обрежется все и станет, как мы, тогда и его президент, Мессия Израиля. И они сказали, не будем их обременять. И нам это сложно, хотя мы с молоком матери это все впитали. А этому Анатолию мы еще неподавно эти условия выполнить. Благодать. Мы стали сонаследниками и приобщились к тому, что Бог обещал им. К их новому завету заключу новый завет с домом Израиля, с домом Иуды. Мы через Христа сонаследники Аврааму, не исполнив нужных условий, гражданства. Ну, еще парочку рассуждений закончу. Короче говоря, не надо из себя делать евреев. Не надо, люди. Я вас умоляю. Благодарите Бога, что вы уверовали из язычников, пришли к Богу Авраама, Исаака и Якова. Через Иисуса Христа. Напрямую никак. Через Него, да. Не надо. Можем ли мы... Давайте я немножко перескочу. Короче, ладно, я скомкаю концовку. Короче, мы не можем поменять ни один барьер понизить, кроме одного барьера. Какой барьер мы можем с вами понизить? И он на самом деле в основной массе является главным барьером. Какой барьер мы можем действительно по-настоящему понизить?
отвечаю за вас. Последний раз помогаю вам. Исторически. Религиозно мы не можем переписать догматику нашу. Мы не можем христологические вопросы решить и мессиологические, пока сам Мессия не придет, царство не установит, не исполнит пророчеств. С религиозным тоже ничего не переделаешь через 2000 лет уже. Все уже сформировалось, все уже выделилось, отпочковалось давно и повзрослело. Я христианство имею в виду. Исторически мы можем. Мы можем дать им почувствовать любовь Мессии. Не гнев, не гонение, не ненависть. Стать для них письмом Христовым, в котором они о любви Иисуса Христа прочитают. И вот последний, самый важный момент. Самый важный. То, с чего я начал. У апостола Петра есть прекрасные, но непростые пожелания сестрам, чьи мужья не покоряются слову. Значит, он говорит так: сестры, если мужья ваши не покоряются слову, я несколько вариантов на выбор, вы мне скажете, какое правильное. А. Говорите больше, вы, видимо, мало говорите. Б. Говорите чаще, вы, наверное, стесняетесь. С. Закончите библейскую школу, начни говорить умно. Ты, наверное, очень глупо об Иисусе говоришь. И еще странный вариант Д такой, вообще перестань говорить. Вот какой-то странный вариант. Какой вариант правильный соответствует тексту Петра? Что, перестань говорить? Вы что, серьезно хотите посоветовать? Вообще перестань говорить об Иисусе? Нет, неправильно. Нет, я иронизирую. Конечно, надо перестать говорить, это правильный ответ. Вот. В нашем, как бы уже мы говорим уже как раз о миссиологии, о миссии, в нашем понимании. Говори много, часто, зацепись за Него и ходи за Ним, прям в ухо Ему, бубни. И по твоей неосупности и бубнению твоему все произойдет. И мы берем, что делаем? Я колдую сюда зернышко на сцену, поливаю и смотрю на него. Что-то нету толка. Я знаю, в чем проблема. Вы догадались? Мы мало насыпали, друзья. Надо сыпать постоянно и подсыпать. Тогда будет обязательный результат. Правда же? Вы что, вы смеетесь-то? Конечно, это неправильно. Там это зерно неправильно. Надо поехать в институт Мичурина, заказать специально бетонопробивное, морозоустойчивая, влага, которая не нужна, такое специальное спецназначение зерно, и все будет нормально. Это значит академия, это значит диссертации. Судя по вашей мнению, вы понимаете всю абсурдность суждений. Вспоминаем притчи в начале. Чего смысл сюда класть зерно? Никакого, что надо сделать-то? Правильно, вся проблема с неготовой почвой. Пахарь ничего не кладет в землю. Ничего. Но в поте лица труется. Если мы не коснемся без слов, потому что слов мы уже столько наговорили, красивых, за которыми стояли ужасные слова, отдельный разговор христианского антиудаизма, что сегодня говорить красиво бесполезно, это обратный эффект. Кстати, если муж приходит домой, что, борщ холодный, хлобысь, подзатыльник, оплеуху там возлюбленный свой, потом пошел, пиджачок одел, кафедру поставил и Библию достал. Так любит нас Господь наш, понимаете? И я если когда, у меня редко бывает, но если я какой-то нарушил правила дорожного движения и гаишник останавливает, я Библию отодвигаю дальше. Понятно, сектант. Ясно, вижу, нарушаем, товарищ сектант. Это бесславие для Царства Божьего. Если ты сначала плюх надавал, любимый, не надо хватать Библию и начать проповедовать о любви Господа и благодати. Обратный эффект. Мы уже столько совершили. Короче говоря, вы поняли. Свет добрых дел. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Свет, лучший носитель Евангелия, это доброе дело. Света Евангелия. Доброе дело без слов, пока почва не будет готова принять семя. В общем-то, чем я и занимаюсь 20 лет жизни. И это работает. От любви, только надо сделать все с любовью, с вниманием, с верой. И они почувствуют, они прочтут в нас, они не дети. Они в нашем поступке все, что надо им прочитать о Мессии, как в письме, они прочтут.
И теперь по скриптум, и все, я закончил. По скриптум такой. Это со светскими евреями очень, очень эффективно, если мы хотим им сказать о любви Мессии, служения. С иудейским миром все гораздо сложнее. Они не принимают никакой помощи от нас и даже близко нас себе не подпускают. Так было до 2010 года, пока по откровению мы не нашли небольшой ключик. Трудный, секретный. Ключ этот называется иудейско-христианский диалог, в рамках которого мы восстанавливаем памятники, мемориалы строим. Вот в Челябинске мы силами евангельских общин огромное еврейское кладбище благоустраиваем. 200 соток, 5 тысяч захоронений. Ну, мы пока сектор в 40 взяли. 50 деревьев выпилили, 200 тысяч заплатили, собрали. Сколько КАМАЗов с этим напилили волонтерами 5-6 церквей, это уже я еще посчитать не могу. И это свет добрых дел. Иудейско-христианский диалог.